«Хрустальная Турандот» за лучший спектакль сезона вручается мастерской Петра Фоменко и режиссеру Евгению Каменьковичу за создание спектакля «Самое важное». Приз вручает Сергей Женовач. Я хочу сказать огромное спасибо нашей «Альма-Матер», потому что мы там все познакомились, там все наши любимые, все учители, как говорит Петр Наумович, там мы все встретились. Оттуда организовался наш театр, это удивительный театр, в котором, слава Богу, можно не спешить, там никогда нет сроков выпуска, вот делаешь столько, сколько надо. Вот, и иногда что-нибудь получается. Спасибо большое.